зацени. Бонжур, дружище, зацени, какие жильцы. Какие жильцы у нас тусуются. Летал, летал тут, блядь. Стучался об лампу. Вот сейчас, короче. Сейчас что-то тут исследуют. Блядь, какой-то он явно атипичный. Атипичный аномальный жук. Да, полез? Да. Все, исчез, ладно. А сюда дело, вот я покажу, чем занимаемся. Вот замечательный кабель. Город вот туда. И в туннель, в подземелье. А идет. Бомбили. Вот и вот сербский товарищ. Что тебе еще показать? А, давай покажу, да. Да, эти белые кабели, это все хуйня. Вот сюда просто посмотри. Так, вот эти черные, видишь? Да, и вот сравни с этим беленьким. Вот этих черных, я вот их всех, сука, маму делал, протягивал. Вот по вот этой вот всей пойде. Вот тебе подсвечу. Поворот был замечательный. Такая это педерсия. Вот туда, короче, куда-то они там ходили. Че, полный аусвайсинг. Вот, а я их туда вот туда вытягивал просто из подвала. Половишка, лампочка, 2-3. Место для удара головой. Место для удара головой. Все обозначено. Вот, все красиво. Так что так, сегодня пятница. Завтра опять понедельник, как говорится. Ну вот, не знаю, что будем делать. Что будем делать? Может быть, поедем куда-нибудь на гору. На гору с замечательным видом. Вот, а вот тебе... Опять очередной сталкерский символ. Надо, наверное, забрать и въебать этот колпак на машину. Буду ездить, блядь, на красный свет. Как с мигалками. Ладно, давай. Чего? Чего тут? О, видишь, тут уже кто-то сделал склад. Батарейки хранят. Радиоактивные, блядь, заебись, да? Давай.